Музыканты с раннего детства и на протяжении многих лет ежедневно несколько часов должны играть на инструменте. Интенсивные занятия приводят к развитию профессиональных заболеваний. Множество скрипачей имеют неприятную, причиняющую боль, отметину на шее вместе соприкосновения со скрипичным подбородником. В шутку эту болячку скрипачи-альтисты называют трудовой мозолью. В чем же причина и можно ли ее устранить? Это система кровообращения. Плотно прижатый подбородник препятствует нормальному движению крови. А здесь отображена нервная система. Нервные окончания подают нашему мозгу сигнал в виде боли. Справиться с этой проблемой поможет использование специального ортопедического подбородника «Тригеми». Подбородники «Тригеми» разработаны ортопедическим мастером Йозефом Бюгеляйном при участии Мамуки Паресси, ведущего скрипача грузинского камерного оркестра города Ингольштадт, Германия. Название «Тригеми» – новое изобретение приобрело благодаря латинскому наименованию третичного нерва – «Тригеминус». Изобретение запатентовано в Германии. На привычный подбородник накладывается подушка из специального материала. Красного цвета для профилактики заболевания, черного цвета для тех, кто уже имеет мозоль и решил от нее избавиться. Специальная подушка анатомической формы для тех музыкантов, кто испытывает боль при игре на инструменте. Покрытие из натуральной овечьей кожи благоприятно при прикосновении с человеческой кожей, легко впитывает пот и не нуждается в сложном уходе. Оно закрывает металлические винты, предотвращая аллергическую реакцию на никель. Подкладка специального материала обладает антибактериальными и ингибирующими запахи свойствами. Пошив кожаного покрытия производится в Германии из высококачественной кожи умелыми руками немецких мастеров. Специальные исследования проводились в студии и концертном зале. Использование подбородника «Тригеми» не приводит к потере акустических свойств инструмента. Все акустические свойства звука и резонансов остаются неизменными. Установите подбородник «Тригеми» и пользуйтесь им постоянно. На концерте, репетиции, во время занятий дома. Избавьтесь от дискомфорта и получайте только удовольствие.